великолепный ролик, просто и доходчиво. Это рассуждение, письмо «Паразит». Я подчеркиваю, что для того, чтобы вот с вами беседовать, в первую очередь надо самому себе уяснить, что, что, откуда. И не использовать, допустим, там «закисляемся», «ощелачиваем» или еще что-то, а просто разобраться, что с тобой происходит. Это все искусственные понятия закисления, защелачивания. Все это искусственно на нас набросалось, чтобы мы не видели причину. Вот получается так, что из-за вот этих вот частностей мы упускаем самое главное. А нам надо видеть основное, из-за чего это происходит. Исследовать себя. А я в этом выложил целую серию видосов о самодиагностике. Как вы можете себя сами диагностировать, без всяких этих самых, знаете, лабораторий. Сейчас такая, можно сказать, вот такое время, что врачи разучились диагностировать состояние больного по внешним там признакам. Только на приборы. Более того, протоколы лечения, которые вот какие-то там дяди создали, защитили на этом там диссертацию, сказали, вот это правильно, там неправильно, а мы все разные, применимо это, неприменимо, и что надо вот, ага, поступил там, допустим, сопли, и тебя будут лечить по протоколу, соответственно, то-то делать. А если у тебя это не то, то тебе могут принести вред, и при этом сослаться, а мы же лечили тебя по протоколу. То есть самодиагностику, чтобы сам человек понимал, что с ним происходит, насколько там щелочность выражена, насколько там закисление, по склере там глаз, по моче, по виду кожи, по виду языка. А то там, о, у меня там подагра. Посмотрите на свой язык во время этой подагры, обострения особенно. Если он у вас такой, как будто вы только что творога съели, это говорит о том, что это у вас не подагра, это грибковое поражение идет в вашем организме. Другие спрашивают, как вот лечить грибок там ногтя. Если грибок ногтя есть, это говорит о том, что уже весь организм там охвачен этим грибком, он уже начинает там вас есть поедом. Поэтому надо не то, что этот грибок отсюда убирать, а и убирать его вообще из организма. Короче, смотрите, самодиагностику я же для этого сделал, чтобы, понимаете, вот есть клиника. Когда клиника у человека, то, естественно, ничего не рассказывается своим пациентам, страдальцам, чтобы они все сюда шли, в клинику, и тут, значит, будем говорить, получали услуги и платили. А когда ты не имеешь клиники по тем или иным причинам, ты не заинтересован в этом, ты желаешь поделиться, ты рассказываешь. Это же не мое диагностика по языку, диагностика по глазам, диагностика там по коже, по ногтям, там, по выделениям и т.д. т.п. Это же общемировая практика, которая нам осталась от предыдущих поколений, тех же врачей, целителей. И мы это ничего не используем, все это забыли, забросили. Вот МРТ сделаем. Ну и что сделали? Мне МРТ, я вам показывал. МРТ там. Вот я сейчас занимаюсь вот этой вот гравитационной гимнастикой. То есть я пришел туда делать МРТ, я ходил скрюченный. Я думал, все, капец. А сейчас я хожу. Так что мне нравится. Это очень важно понимать. Может быть, я сделаю еще разок МРТ, дабы посмотреть, что там произошло. Это будет, конечно, интересно. Но зачем мне делать? Я же сделал для того, чтобы меня полечили в то время, это как раз был, по-моему, 16-й год, чтобы меня полечили. И спрашиваю, ну, сделали. Да, вот тут, грыжа, мыжа, шмоли, хрюли и так далее. Позвоночник возьми да закинь его к ядрене фене. А как же будем лечить? Да вот будем наблюдать, поколем витаминчики, вот и все, что мне там врач, МРТ этот аппарат в Каменске, врач, который расшифровывает в Воронеже, вот такое вот лечение. И я сейчас вот применяю такие вот вещи, от которых реально получаю восстановление позвоночного столба в целом. И вообще в целом этой самой... всего организма, начиная
с костного уровня. Интересно, интересно. Так это не просто интересно, это жизненно важно, результативно. Я ж для этого еще и выкладываю вот эти уроки, что я вот поднял 440 килограмм, я не развалился, у меня ничего там не расплющилось. Вот что интересно. Поэтому смотрите самодиагностику. Вообще, вот эти все мои видосы, я не стал там, знаете, вот заострять внимание на том, что вот в этом видео, когда я там гуляю, вот я там такую-то тему раскрываю. Я раскрываю в каждом из видео ту или иную тему. Более-менее, менее-более, полезно, применимо. Все это пропускается. Вот эти вот просмотры там 200, 300, 500 раз, но это ни о чем, понимаете? Ни о чем, а бегают по интернету, все это шарят, ищут. Что вы хотите ушарить, увидеть? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.